Тюменская область, я люблю тебя, люблю твою природу, люблю твои реки, люблю рыбалку. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе расти, цвести, процветать, богатеть. Будь здорова и не болей, встретимся с тобой на природе. Тюменская область – одно из самых лучших мест в стране, в котором с космической скоростью строятся новые жилые комплексы, современные парки, новые дороги и многое другое. В этот праздничный день желаю новых достижений, чтобы наша область становилась еще более красивой и богатой, а ее жителям желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и веселого празднования. С 80-летним юбилеем! Ура! Дорогие земляки, поздравляем вас с Днем Тюменской области! Мира вашим домам, тепла и благополучия! Ждем вас в гости на нашей северной усадьбе. Приезжайте в город Салехард, мы будем вас рады видеть. Всем привет. Всем салют. С вами фокусники братья Ибрагимовы. Мы бы хотели от всей души поздравить нашу прекрасную Тюменскую область с юбилеем. Пожелание самое главное – это процветание. Каждому, друзья мои, жителю и гостю города прекрасного настроения, разумеется, мирного неба над головой. Братья Ибрагимовы для вас. Всем классного дня и отличного настроения. Успехов.